Вот и поклевочка. Есть, друзья, это покрупней. Есть еще одна, друзья. Есть, друзья, сдалека. Еще одна, друзья. И все с-под того берега. Это, наверное, уже десятая, друзья. Опять небольшая щучка. Это вечерний выход. Друзья, всем привет. Вы на канале Spinning Only. С вами Алексей Филимонов. Сегодня я после работы вырвался к реке попробовать половить щуку. Вечерний выход, так сказать, проверить, будет ли щука реагировать или нет. Начнем с такой приманки. Bait Breeze Carly Grab 3-дюймовый в таком вот лимонном цвете. Водичка мутноватая. Попробую сделать заброс под ту сторону, под урез. Довольно неплохая глубина. Небольшой вес приманки. Попробую просто ступенькой. Вес небольшой. И достаточно делать 2-3 оборота катушки плавных. И по течению приманку несет, и она потихоньку-потихоньку тонет. То есть тонет она не быстро, как бы зависает. И у щуки есть возможность ее атаковать. Вот здесь на течение вообще хорошо. Падает долгенько. Если активная щука есть, под вечер выйдет покушать, я думаю, она обязательно клюнет. На прошлый раз я здесь был с ультралайтом, и у меня был срез щуки. Клюнула она с центра на 2-дюймовую приманку. Это была Nokia Ninja в масле. Но сегодня я с лайтовым комплектом, поэтому 2-дюймовыми ловить не будем и супер легкими весами ловить не буду. 3 грамма, 3-4 грамма. Можно попробовать вот там на брове ступенькой. А потом попробовать немножко протянуть. Вот так вот потянуть. Сделать дотяжку. Если поклевок не будет, обязательно сменю приманку. Попробую в другом цвете. Попробую виброхвостик. Ловить буду на активные приманки. Твистер и виброхвост. Под тем берегом, под урезом неплохая глубина. И все-таки больше шансов, где может стоять щука, это именно там. Хотя на прошлой рыбалке клюнула на ультралайт именно с русла. Попробуем короткие ступеньки сейчас. С такими вот небольшими подбросами. Пол оборота катушки. Двойной подброс. Мелкий дождик моросит. Это может и хорошо. Может будет какой-то вечерний выход. Здесь неудобно брать рыбу, сижа уже такая, вообще можно завалиться, высокая, поэтому если рыба клюнет, у нее будут шансы. А если клюнет хорошая рыба,
то шансов у нее будет больше, потому что уж очень такая сижа неудобная. Рисковать ложиться на ней я точно не буду. Попробуем все-таки максимально положить приманку под урез. Вот не получилось у меня сейчас это сделать. Вот и поклевочка. Небольшой шнурок, но очень жадно клюнул. Вот, скорее всего, на прошлой рыбалке он, наверное, у меня на ультралайт и клевал. Здесь вот у меня было две поклевки, а та, что хорошая щука, клюнула сдалека. Но эту мы можем поднять. Вот она какая щука. Ой-ой-ой-ой-ой. Да ой-ой-ой-ой-ой, да отпущу я тебя, не дергайся только так. О, со светлым крючком, друзья. Порвал губу малеха ей, но выпустил. Есть, друзья, это покрупнее. Эта щучка покрупнее. Бодрая такая, против течения. Опять мелкая. Но против течения оказалось покрупнее реально. Вот такая щука. Теперь сработал, погоди. Фишап юшат сработал. Зелененький такой шартрезики. Засеклась хорошо, захавала его полностью. Щучка небольшая. Юшек маленький, заела. Есть еще одна, друзья. Скорее всего, тоже небольшая, но очень-очень бойкая. Берет так прям жадно. Это вечерний выход. Он короткий. Но практически через заброс рыба. Опа, ну немножко крупнее рыбка, ну, иди назад. Еще одна, друзья, и все с под того берега. Вот она задергалась. Ну, такой же размер. Ну, в принципе, очень бодрая. Щучка небольшая, но бодряковая. Вообще маленькая. Опа. Ловлю со всетом. Аккуратно отцепляю, чтобы не повредить ее. Есть, друзья, сдалека. Вышла на свечу. В общем, практически все щуки с одной точки. Небольшие шнурки, но очень бодрые, тем более против течения. Спиннинг с тестом до 15 грамм, 1.15, Финеза прототип. Так кайф. Главное, чтобы эти щучки выросли. Вот это самая крупная, наверное, на сегодня. Вот такая щука.
И приманка Fishup U-Shot 3-дюймовый в таком вот шартрезе. Это, наверное, уже десятая, друзья. Опять небольшая щучка. В общем, кайфанул сегодня. Часовая рыбалка после работы. Попал на вечерний выход. Небольшой щуки. Приманка сработала. Fishup U-Shot 3-дюймовый в заметном цвете в таком. Отличная рыбалочка. Hello world, wake me up to another good, good morning, time to go. Got that smile upon my face, cause there's excitement in the chase, this I know. Yeah, I'm going for the ride, and find myself I am alive, and I soar. Till I run towards the wind and let the challenge draw me in, 'cause I want more. Сегодня я с собой взял много разных приманок, но работает именно определенный цвет. Цвет шартрез. Вот такая вот приманка. Fishup U-Shot 3-дюймовый. Оснастил я его офсетным крючком Exciter 3.0. Вот смотрите, как идеально подходит этот крючок под эту приманку. Здесь есть пространство под рыбкой, чтобы при поклевке рыбка прижалась и крючок открылся. Сегодня было 12 поклевок, и все поклевки удалось реализовать. Ни одной холостой поклевки. Друзья, сегодня я вечером после работы вышел на рыбалку и отлично попал на выход некрупной мелкой щуки. Со мной сегодня был мой лайтовый комплект Finesa прототип 1.15-2.50 длиной. Катушка Shimano Stradic FL 2.500, приманка Fishup U-Shot 3 дюйма в цвете шартрез, вес 6 грамм вольфрам, шнур 0,5, поводок 0,45 NTECH флюр. За 40 минут ловли поймал около десятка небольших щучек. Вся рыба отпущена, получил массу удовольствия. Отличное завершение рабочего дня. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, до новых встреч.